красота движений, красота звуков, абсолютная красота во всем. Ир, это ты про нашу следующую пару? Да, и не только. Герои фильма, музыка из которого сейчас будет звучать, едут на таинственном поезде в 2046 год. И там их ждет что-то неожиданное, совершенное. А наша новая пара, Маргарита Дробязко и Алексей Тихонов, готовят нам свои сюрпризы. Я не думал, что получится так интересно. Это мое мнение. Да, мы все боялись и волновались. Очень боялись. Что это будет неинтересно зрителю, что это будет странно. Потому что для нас, для каждого из нас невероятная ответственность. Да, мы чемпионы по отдельности, да, мы здорово катаемся, да, мы профессионалы, но сделать вот такой микс, да, и показать что-то новое, чего еще не было, было страшно. Лишний раз хочу в этой ситуации обратиться к зрителям и сказать, что это не какие-то легкие поддержечки, которые может сделать каждый, кто катается на коньках. Это реально не так. Это серьезные, сложные вещи, еще к тому же очень чисто и здорово выполненные. Еще и в конце программы. Здорово, ребята, и то, что вы рискуете, то, что вы к этому идете, то, что вы пробуете, это все говорит о том, что правильный проект. Получилось невероятное количество интересных номеров, которые просто смотришь и думаешь, ух ты, а почему раньше ты сам этого, до этого не додумался? Я даже расстроилась, что я не встала. Ты так кричал в конце, ты так больно кричал в конце. Я никогда тоже тебя таким не видела. Спасибо тебе. Проект удался, конечно. Проект, я имею именно проект. Проект, мне кажется, получился просто фантастический. Получился особый, конечно, какой-то такой по настроению, да, и как-то и не было такого, вот кому-то повезло с партнером, кому-то не повезло. Все были в равных условиях, потому что все проходили поочередно через всех. На самом деле такие мастера и такие профессионалы шикарные, что даже сказать, кто хуже, кто лучше, невозможно. Им все особые просто. Они все вообще замечательные. Со всеми было просто прекрасно работать. Вот каждый вот этот вот временной промежуточек вот был в удовольствии. Рита, ты совершенно иная, чем я тебя как твой тренер знаю. И мне очень приятно, что ты так великолепно растешь и раскрываешься. Вытянуть такое дело, чтобы было интересно... Ой-ой-ой, как непросто. Судьям тоже непросто, я это прекрасно понимаю. И где-то они что-то понимают, где-то что-то недопонимают. Это зависит от многих вещей, от многих факторов. И они строги, они большие молодцы. Мы им благодарны, потому что судить вот это все большое дело наше очень непросто, я повторяюсь. Но и это еще больше... вот живые эмоции, то, что не хватает нам... всем, мне кажется, и на телевидении в частности. Thank you.
совершенно феноменальное выступление, оставляющее потрясающее впечатление. И они такую историю длинную нам рассказали в такой короткий промежуток времени. Ну и, конечно, феноменальные поддержки. Я не представляю, просто Рита, я считаю, что героиня, она сделала такие верхние поддержки сложные для танцорши, это просто феноменально. И я хочу напомнить вам, уважаемые телезрители, что та оценка 5-9 за выступление Яны Хохловой и Максима Ставиского предоставила Рите шанс занять первое место в проекте. Маргарита Дробязкая и Алексей Тихонов. Оценки за технику. 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Оценки за артистизм. Все 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Общий балл 12 баллов ровно. Елена Анатольевна. Время остановилось на 12. Видишь, хорошая цифра. У многих сегодня 12. Ну, мы здесь каждый трактовали по-своему. Кто-то увидел жизнь сквозь пальцы сочащуюся, кто-то увидел песок в руках, который никогда не удержать. Это не удержать какие-то очень серьезные вещи. И кто-то увидел здесь очень серьезные взаимоотношения, которые тоже ускользают между пальцев и которые надо обязательно хранить. Поэтому... мы были едины в оценке того, что очень хорошо донесена мысль, прекрасно исполнено, сложно, все было сложно. Единственное, всегда мы смотрели, наедут они на этот песок или не наедут. Рита, пожалуйста, я весь номер смотрела на бантики. Они мне мешали так, что я не могу на них больше смотреть. Нет, на ногах. Бантики на Илье Вербу? Нет, на ногах. Они почему-то огромными завязками висели, и как только они начинали парусить, двигаться и опадать, у меня выпадало сразу все настроение. Вот просто на будущее, когда любые номера будут исполняться, не должно ничто отвлекать. А так замечательно. Спасибо. Спасибо. Татьяна Анатольевна. Мне всегда мой муж говорил, Владимир Селович Крайнев, что в любом номере, в любом исполнении должна пролиться капелька живой крови. Вот мне кажется, что она в этом номере пролилась. Мне так радостно, что столько интерпретаций, потому что было вложено много смыслов разных в этот номер. Музыку взяли из фильма «Вонга Карвая», поэтому не могло быть однозначного решения. Да, поэтому тоже мы представляли себе все. И отношения, и жизнь, и песок, и который действительно течет, как время, как песочные часы перетекает. Его действительно не удержать, он сквозь пальцы течет. И проект, конечно. Вот. А теперь мне хочется поблагодарить Елену Анатольевну, ну, вас не только за то, что вы там в бригаде, за все то, что вы мне дали когда-то, и благодаря чему мы существуем. Спасибо большое вам за тот посыл, который вы мне дали. Я помню до сих пор, как, когда мы выходили со льда, вы бежали с ногой, помните, к нашим медалям, можно сказать, бежали вместе. Вот, так что просто чувство захлестывает. Лешенька, а тебя за финальный номер особенно. Я просто готова расцеловать, руки пойти помыть и заобнимать тебя и зацеловать. Я присоединяюсь к Ритиным словам. И отдельное спасибо человеку, я хочу сказать, который, благодаря которому все началось в моей спортивной жизни. То есть началась вторая жизнь, в которую я уже вошел сознательным более-менее. И учился, доучился вот до сегодняшнего проекта. Получаю от этого невероятное удовольствие. Спасибо всем. Татьяна Анатольевна, это благодаря вам. Спасибо. Ура! Вот они итоги. Кубка профессионалов на ваших экранах. Вот они имена победителей, которых мы поздравляем. А вы, уважаемые телезрители, голосовали за тех, кто сейчас получит приз зрительских симпатий.
Это Татьяна Тадьмянина и Алексей Тихонов. Хочется сказать огромное спасибо Илье и Первому каналу за такие проекты. Они только добавляют популярность фигурному катанию. Огромное им спасибо. Я тебя поздравляю, Леха. Таня, я тебя поздравляю. Как интересно получилось. Значит, мы откатались со своими партнерами начало и... И поменялись, и стали вместе. Да. И это как-то символично даже, да? И вот это для нас, для спортсменов, всегда очень важно. И спасибо огромное нашему каналу, Первому каналу, который столь долгое время нас поддерживает и идет вместе с нами.